Осень – время собирать урожай и подводить итоги. Галина Бегашева уже более 30 лет радуется своему урожаю моркови и свеклы. Такими крупными овощами похвастаться может не каждый садовод. Я сажу, вот мне соседи говорят, как у тебя терпения хватает, я сажу по одной семечке на определенном расстоянии. Больше я не умею даже никак садить. Некоторые просто вот так вот садят, с песочком иногда, а я просто вот каждую семечку сажу отдельно. За годы садоводческого стажа Галина перепробовала разные сорта, но в любимчиках морковь с маленькой сердцевиной. Секрет ее большого урожая начинается с момента посадки семян. Такая гигантская морковь, ну как гигант, большая морковь, вырастает, потому что нужен уход. Вот мы если делаем грядочку, мы туда добавляем песок речной обязательно, перегной, залулу еще ложим и вовремя рыхлим. Поливаем. Вот поэтому, мне кажется, и урожай хороший. По такой же технологии Галина высаживает и свеклу. Ее размеры поражают всех соседей. Вот посмотрите, какая огромная свекла. Мы сравним ее со спичечным коробком. Спичечный коробочек 5 сантиметров. И вот представьте себе, раз, два, три, четыре, пять. А с хвостиком мы все 6, получается 30 сантиметров свеколка. Хранит свой большой урожай Галина в специальных сетках в подвале. Выращенных овощей хватает на всю зиму для ее большой семьи. Дети и внуки с удовольствием поедают витамины с грядки. А Галина уже скучает по своему участку и ждет новый дачный сезон. Алена Чеплыгина, Наталья Радько и Сергей Милютин ОТВ.